Сегодня с рабочим визитом в район прибыл министр здравоохранения Республики Адыгея. В ходе поездки Рустем Меритуков вместе с главой района Зауром Хамирзовым посетил строящуюся врачебную амбулаторию в ауле Бличепсен и ознакомился с ходом ремонтных работ. Напомним, что строительство медучреждения ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Амбулатория будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. На сегодняшний день строительные работы в медучреждении близятся к завершению. Об этом министру доложил подрядчик. Комната полностью покрашена, осталось плинтус, уборка. Коридор вот осталось, тут полосы мы отбиваем, красим, тут чуть-чуть осталось. Совместно с главой района посмотрели ход работ. Еще максимум недели все работы будут завершены, оборудование уже закуплено. С нового года будем работать в новой врачебной амбулатории в Бличепсене. Там все уже идет к завершению, все идет по графику. Рустем Меритуков также посетил врачебную амбулаторию поселка Дружба Дмитриевского сельского поселения, здание которое пострадало минувшей ночью в результате возгорания. Сегодня ночью в результате возгорания сильно пострадала врачебная амбулатория в поселке Дружба Кашхабльского района. На месте сейчас главой района посмотрели, оценили ситуацию. Работать там дальше не представляется возможным, поэтому принято решение переехать временно вот в это здание. Это местный предприниматель безвозмездно нам предоставил эти помещения. Врачебная амбулатория пока будет размещаться здесь. Плюс сюда подъехал мобильный ФАП. Здесь тоже можно осуществлять прием людей. С Майкопа приедет ФАП, который оснащен стоматологическим оборудованием. Поэтому временно здесь будет происходить прием. Как выше отметил министр здравоохранения, в решении проблемы с перемещением медперсонала амбулатории оперативно оказал помощь местный индивидуальный предприниматель Амирби Бегеретов, который безвозмездно выделил здание, где населению временно будут оказываться все поликлинические услуги. Также было отмечено, что с нового года по линии Минздрава в поселке начнется строительство новой врачебной амбулатории. Сразу хочу сказать, сейчас идут конкурсные процедуры по разыгрыванию, по определению подрядчика по строительству новой врачебной амбулатории. В следующем году будет строительство новой врачебной амбулатории здесь, поэтому временно эти неудобства надо, наверное, просто перетерпеть каким-то образом. Будем сделать все, чтобы быстрее построить новую врачебную амбулаторию. Новая врачебная амбулатория будет находиться рядом со старой. Там участок очень хороший, подъездные дороги все есть. Поэтому считаю, что будет комфортно для жителей этого поселка.